Дорогие друзья, мы не просто взяли вот такие вот две Bugatti болид, ведь сегодня у нас будет ролик про болиды. Я рад всех приветствовать всем. Хай, с вами Арен. И сегодня мы будем играть в игру под названием Roblox. В режим Cardership Tycoon. В Roblox со мной сегодня Роман. Всем привет, у меня Пофер. Пофер. Поехали. Ну как, мы, конечно, не будем далеко ехать, потому что мы сегодня будем покупать новый Game Pass, который мы еще не покупали. Это гоночные автомобили. Тут NASCAR, Skoda Rabbit Rally и Formula Car. Вот они. Короче, гольф. Да, короче, да. Гольф. Так, я нажимаю, чтобы купить и... Та-ра-ра-ра. Все, я купил. Теперь гоночный вы владеете опять. Так, сейчас посмотрим на какую-нибудь из машинок. Так, где же у нас? Интересно, формула. Мне интересно, где она стоит, эта формула? У меня 157 машин, ничего себе. Так, формула кар. Вижу. Может, с нее и начнем, Ром? Давай. Было бы круто. Да. Потому что не знаю, как это... Я хотел бы формула, и мне очень-то интересно этот NASCAR. Я думаю, она очень интересна, вот эта формула, потому что... Ну, это же формула, типа... так, спойлер пружины. Не, не слишком... Нормальные, низкие. Вау. Ты... Подожди, блин, у меня это самое поставилось... Гоночную поставил, дебил. Ву. А нормально, чисто я в шлеме такой сижу в формуле. А необычная прям. Да, необычная прям. Мне интересно, кстати, как она... А, тут одно место, да? А что ты думал, Рома? Такой маленький, с большой. Сейчас, подожди, я хочу послушать звук. Блин, ну у него звук, конечно, прям как у формулы. Езжай на трек, бери Bugatti Болид, я думаю, эта тачка точно будет соревноваться с этой машиной, потому что она очень быстрая. У нее, конечно, максималка не такая уж и большая, как хотелось. Но у нее максималка 353 км в час, я думаю, это не прям так уж и много. А вот, кстати, вот Шкода и вот NASCAR. Не рядышком, в принципе. Так. Я так не понимаю, почему они прям, ну, как бы максималку такую маленькую, как для... Так они очень делают. Быстро разгоняются, тут максималка, в принципе, не нужна. Она необычная, это, ну, какая-то новая, что ли, эра в Cardership Tycoon. Всё! Там, ну, конечно, не там и, блин. Ну, ладно. Так, сейчас. Но она очень хорошо поворачивает. Я не сбрасываю скорость, я чисто поворачиваю, мне нормас. Я реально вообще не сбрасываю скорость. Я не сбрасываю... А, блин, ну тут надо было сбросить, конечно. Понимаю, Рома, ты там развожусь. Я понимаю. Ну, в принципе, хороший результат. Пока что хороший, очень хороший. Но если там, конечно, я бы не развожусь, то надо немного было притормозить, конечно. 31 секунда. Но для этой формулы мне прям красавица, так сказать, эта формула. Мне она нравится. Куда едем? Чего? А, на драгоночку. Да. Сейчас посмотрим, кто именно быстрее. Ну, я думаю, ты быстрее разгонишься. Возможно. Ну, в принципе, ты на Bugatti болит. Это тоже же болит. И это болит. Только это Формула 1, а это Bugatti. Ну, сейчас посмотрим. Прикинь, смотри. Я настолько низкий, что я чисто под этим, под стендом проезжаю. Понимаю. Я реально такой низкий. И, кстати, ты... Я немножко длиннее. Да, я немножко длиннее. Ну, кстати, я, конечно, наверное, в принципе, выиграю брак, ну ладно. Ну, я думаю, да. Но нам же надо посмотреть ее потенциал, за сколько она секунд, в принципе. Смотри, я... Это, прошлая тачка... Какая? А, полицейская Lamborghini. Она поехала за 9,7 секунд. Ну, в принципе, я не думаю, что это...
Формула будет хуже. О, ну ты, конечно, первее, да. Так, 160, 200, хорошо. 200, почти 300. За 9, ну, 9 секунд и 983 миллисекунд. Ну, почти за 10 секунд, да, проехали. 166 скорость, немножко поменьше, чем, или побольше, не знаю, не помню, как у этой. 180 Понятно. А, следующая тачка у нас Шкода Рэп Ралли. То есть это ралли тачка. Ну, на походу так, внедорожная, так, шипованная и гоночная. Гоночную поставим. А, так, ничего, так, менять не будем. Смотри, Рома. Вау! Смотри, какая Шкода. Но типа неплохая, да, но все равно пока формула, конечно же, мне больше нравится. Ну, она красивая, согласись. Ставь, ну, может, Бугатти, болид, в принципе, мы ее не будем сравнивать ни с чем. 305 скорость, ну, максималка. Ну, я думаю, во-первых, для грязевой гонки, точно грязевая гонка у нас будет. Потому что, ну, она ралли, ну, а грязевая гонка же это ралли, в принципе, да? Я же правильно говорю? Ну, грязевая, ну да. Ну да, это ралли. Так что я думаю, для этой Шкоды, в принципе, это идеальная карта. Домой! Ну, у тебя за 100 тысяч, у меня за 500, сколько там? 550 тысяч, в принципе. Она стоит, если ее покупали бы. Вот это Audi у меня так же. Это на Audi по факту так же ралли, поэтому да. 10 секунд и 666 миллисекунд. 153 скорость. Вместо этих трассы мы поедем на грязевую гонку. Ну, в принципе, это же не это раллильная тачка, а не трассово-гоночная тачка. Так что мы сейчас поедем на грязь. Ну, не нравится, она мне прям заходит еще в таком лаймовом цвете. А, кстати, интересно. Так. Я думаю... А, ну, возможно, это тачка обычный цвет. А, блин. Чуть темнее. Один круг, Рома. А я не знаю, какой тут. Тут нет такого цвета. Какая-то реально, блин, какой-то эксклюзивный цвет. Ну, просто я раньше такого не видел цвета. Такого прям темно. Ну, типа, яркий он, но он не, ну, не прям уж яркий, то, что прям в глаза щемит. Так, раз. Вау. Ну, она прыгает прям как раллийная тачка. А, это же... Я оффроуд не поставил колеса. Ну, в принципе, я и так хорошо справляюсь. Даже без оффроуд этих колес. В принципе, реально хорошо. Вау! 24 секунды и 1 миллисекунда. Она переплюнула этот джип. Ну, в принципе, логично, это же ралли, это прям для ралли тачка. И мы переходим к последней машине. Это NASCAR Car. NASCAR Car, прикинь? Прикольное название, NASCAR Car. Так. Ну, в принципе, тут ничего не надо. 321 у нее максималочка. Вау. Смотри, какая. Похоже, кстати, прямо на комара, прям. Да, Камара, по-моему. А, ну там же реально NASCAR, там же Камара участвует. Там какие еще тачки? Митсубиси вроде бы участвуют. Ну да, это Камара, Брать. походу. Это Камара. Я возьму просто тачку, похоже. Ну просто в реальной жизни, как я помню, NASCAR, там и Камара всегда участвует. Твоя драгонка, драгонка. Потом поедем на этот, на... Как его? Забыл. На трассу, да, на трассу. Так, 3, 2, 1. О, ты такой... О, ну, смотри, очень хорошо набирает разгон. Нехило. 200. Я тебя переплюнул. 9 секунд и 995 миллисекунд. Ну, то есть, ну, в принципе, это самая худшая тачка из этого геймпасса. Ну да, тоже 10 секунд.
159 скорость у нее. Так, поехали через речку сразу же к этому, к гонке. Ну да, конечно, это очень долго будет ехать. Ну ладно, поедем. Ну, фары, ну, как у комара. Кто любитель комара, в принципе, эта тачка для вас. Ну, мне задница только не нравится, какая-то слишком картонная, что ли. Ну, по-моему, у нас кары, в принципе, такие же. Так, куда мы едем? Ну, на трек, да. Ну, это же NASCAR-кара, она же на треке всегда. Конечно, у нее там круговой трек, а тут с поворотами, но... Ну, ничего страшного. И так сойдет. Подъезжай. Ну, да. Да, и так сойдет. Да, да, и так сойдет. Еще сколько у нас тут этих... разных тачек. Еще предстоит обозреть... 7-6, ну давай быстрее, блин, 30 секунд ждать, ё-моё. Заставляет, прикинь, 30 секунд ждать нас заставляют. Не дело, не дело. Не дело. Всё, начинаем. Бим! Домой, Рома, до свидания, просто ты... ты... А, это Lexus. Ну, оно тоже хорошо поворачивает, но не так хорошо, как Формула. Ну, это логично, в принципе. Тачка тоже не имеет спрос. О, ой-ой-ой. Ну просто вот владельцы этого геймпасса, я думаю, все больше всего, ну, пользуются вот этой формулой один, чем другими тачками. Ну и как, в принципе, во всех других. Самое лучшее, самое большее, в принципе, берут. 30 секунд, 1 миллисекунда, довольно неплохо, довольно неплохо. А, Ром, вставай, я сейчас возьму формулу кар. Она, кстати, 700 тысяч стоит, если ее так покупать. Да, вот как, в принципе, ты правильно взял. Вот смотри, голова осталась, понимаю. Так. Сюда. Вот так вот. Ну, вставай, Рома, пожалуйста. Ну, ё-моё. Пикард. Всё. Ладно, мы на этом закончим ролик. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. И это вам решать, в принципе, покупать ли этот пас. Но я его покупал ради вот этой формулы. Ну и Шкоды. В принципе, прикольная Шкода. Мне понравилась, она красиво выглядит. NASCAR-кар, не знаю, ее можно было, в принципе, доработать как-нибудь. Шкода, прикольная формула тоже. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а с вами был, как всегда, Iron Run и Роман. И всем пока-пока. Пока.